Мужики, чтобы вы не искали узел для буксировки, который самосброс, потому что он там вторым видео. Я вам покажу его. Очень просто вам будет пользоваться. Петлю на машине взяли, вот так в петельку просунули. Раз. Все, есть контакт. Руку просунули. Все. Скинули. Медленно показываем. Руку просунули. Я уже говорил об этом узле, уже вязал его 100 раз. Узел пожарный, крепление за конструкцию. Но он реально практичный. Именно для таких вещей. Даже в попеременных нагрузках, если мы оставляем вот эту вот петельку больше и хвостик, он натянулся, он на попеременных нагрузках, когда расслабляется, мы же машину когда тянем, у нас постоянно вот эта вот фигня. Он нормально работает. Мы тянули, пробовали, тестили. Так что пользуйтесь на здоровье. Видео не теряйте. Пока.